Девочки, всем привет! Всех хочу поздравить с 8 марта, пожелать вам весеннего настроения, здоровья, самое главное, чтобы всегда цвели, как эти цветочки. Сегодня пришла домой, а мне тут сюрприз ждет. Муж с сыном подарили мне цветочки. Так приятно, так пахнут вкусно. Вообще прям глаза радуются. В общем, весна пришла. Самое главное, мирного неба над головой, конечно. И всего-всего всем доброго. Елен. С 8 марта. Сегодня с мужем ходили подстригаться. Сделали себе такую звезду. Это кто захотел такую звезду тебе сделать? Я. Сам захотел? Угу. Это сыночек вот тычет. Это он сделал мне своими руками. Такой цветочек, миленький тюльпанчик. Мне так приятно. Прям задарили меня цветами сегодня, в этом году. Лен просто потрясающе. Весело. Всем пока!